Вот так лучше. Я всех вас приветствую от души. И самое главное, я не хочу говорить по бумажке. Потому что бумажка сегодня ничего не значит. Поверьте, впереди замечательный праздник. Праздник защитника Отечества. Я вам немножко скажу из истории. В свое время я прочитал замечательную книгу о подвиге моряков-североморцев. К-19. Наверняка все знают. И когда меня спрашивали еще в школе: «Коля, кем ты хочешь стать?» Я всегда говорил: «Моряком». Но в моей жизни не срослось. Стал боксером, но ничего не поделаешь. Слава Богу, и там кое-что успел достичь. Я искренне поздравляю вас с наступающим праздником. Вы все причастны к этому празднику, все как один. Потому что вы наш форпост, вы защищаете нашу Родину. Вы честь, слава и доблесть нашей великой Родины. И я хочу сказать вам огромное спасибо за это. Огромное спасибо за то, что в ваших рядах, здесь, в местах, которые не знали никогда исторические рабства, живут настоящие люди. И здесь, в этих местах, вы вырождаете настоящих героев. И этот праздник только ваш. Только ваш. И я хочу присоединиться к поздравлениям всей страны, поздравить вас с наступающим праздником. И приглашаю вас, сегодня будет замечательная игра. «Водник» — это ваша гордость, это русский хоккей. Я сегодня здесь не просто, не случайно. Но на самом деле получается так, что спонтанно немножко прибыл на этот митинг, чтобы успеть поздравить вас с праздником, пригласить на игру и напомнить вам, что только спорт может нас отвратить от вредных привычек, может нас отвратить от бездны, в которую втягивают наркотики и курение. Поэтому занимайтесь спортом, помните всегда, что только спорт может вам помочь стать настоящими, уверенными в себе людьми, а самое главное – здоровыми. С наступающим вас праздником! Спасибо огромное! Увидимся на стадионе!